сложно сочиненный образ, комфортный, в то же время стильный. Свитер из Зала, который я грозилась померить, и вот он здесь. Шикарные брюки из новой коллекции. Платье-гольф, рубчик красивого бежевого цвета, красивое расположение рубчика. И вот такие вот молочные сапоги. Всем привет! Я приехала в Blockbuster Mall. Я минут 15, наверное, ездила на машине по парковке, по рядам, пыталась найти место. Просто невозможно. Машины стоят так плотно. Слава богу, нашла. Нашла достаточно далеко. Сейчас иду к центральному входу. Почему-то я решила, что в воскресенье в Blockbuster Mall будет мало людей, потому что торговый центр мало заполнен. Но я забыла, что здесь же есть кинотеатр огромный, IMAX. Поэтому все приехали в кино, наверное. Идем туда. Хочу зайти в Манго и в Резерв. Они здесь большие. Иду сейчас по направлению к Резерв. Вроде бы правильно иду, потому что я вечно здесь теряюсь. Есть такие длинные коридоры. Мало открыто магазинов. Нет ориентиров, получается. Все одинаковое. Просто вот такие стенды, тенты натянутые. А, все, Резерв нашла. Тут он большой. В принципе, тоже достаточно много новинок. И вроде людей мало. Отлично, то, что надо. Много места, так все аккуратненько развешано. Сразу показываю эту блузу. Кстати, приятная ткань достаточно, такой интересный принт. 1200 гривен. Футболки трансформера, не знаю. Ну, не трансформера, вы поняли. Лоскутная футболка, можно так сказать. Вот в коричнево-бежевых оттенках и вот в сине-голубых. Оверсайз, цена 499 гривен. А вот, кстати, есть и свитшоты такие. Ткань приятная, но не скажу, что она будет долго служить. Скорее всего, катышки пойдут. 900 гривен. Какой шарф, палантин, даже можно сказать, очень плотный. Такая нежная расцветка. Где цена? 499 гривен. И это 100% полиэстер. Ну, так, для красоты. Вот такой очень красивый оттенок, бирюзовый, очень мягенький. Тоже 400, не тоже, точнее, еще дешевле, 459 гривен. Бежевое пальто, но такое укороченное, будет выше колена однозначно, двубортное получается, 1600 гривен. Красивые шоколадные штанишки из эко-кожи с начесиком или нет? А ну-ка. Вроде нет. Ой, ну такой очень маленький, очень микро-начесик есть. 900 гривен стоит. Очень такой насыщенный шоколадный оттенок. Я показывала похожие штаны. Облегающие. Они идут как бы на трикотаже с таким напылением, что кажется, что это штаны из эко-кожи, да, на трикотаже, но на самом деле это не так. Есть вот такие вот бежевые, есть вот такие вот черные. Очень похожи на штаны из Страдивариус. Я там их мерила, это в позапрошлом влоге. 900 гривен. Вот, но здесь есть такие же. И, кстати, цвета практически такие, как там. Вот кому нужны облегающие штанишки с высокой посадкой, вот так вот сзади они выглядят, то обращайте внимание. Очень красивая расцветка, такое цветочное платье, 1400 гривен. Здесь оно идет как бы с подкладом, не просвечивает, и юбка тоже. Здесь рукав уже без, он такой легкий, просто шифоновый, просвечивает. И резиночка в поясе, миди. Ну красиво. С ботинками, с косухой, вообще шикарно будет. Рубашка из 100% вискозы. Я эту ткань показывала в прошлом влоге из Зары. Там были рубашки салатовая и оранжевая. Я еще жаловалась, что там такие едозные цвета яркие и нету бежевого. Вот, пожалуйста, в бежевом. Ну, блин, с каким-то бантом. Вот зачем? Ткань шикарная. Она прям такая неспадающая, очень гладкая, мягкая. Плюс вискоза, она дышит. Но в Заре, скажу честно, она плотнее. Вот. Это тоже плотная, но в Заре она прям такая очень плотная. Я не знаю, возьму я ее на примерку или нет. Вот этот бант, конечно, все портит. 1000 гривен. А вот еще платье. И тоже с бантом. Я так поняла, у них дизайнеры решили в этом сезоне по таким моделям пройтись.
1400 гривен, но здесь уже типа такой же ткани, но идет жатка, видите? Ну, кстати, это поинтереснее будет, наверное. Ну, тоже такая приятная, гладенькая, длина миди. Я, кстати, показывала шоколадные такие джоггеры, и вот есть бежевые, светло-бежевые. Тоже вот с пуговкой, с молнией. Слушайте, столько всего, это я только половину обошла. Я не видела такого в SkyMall, тут как-то вроде побольше. Или я давно не заходила в резорт в SkyMall. Вот сумочка новенькая, 1000 гривен. Нравятся вот эти штучки, типа чемоданчик. Кстати, как-то исчезла верхняя одежда, вон только пуховик один висит. А так, все, верхней одежды очень мало. Хотя у Reserved постоянно какие-то пуховики, короткие, длинные, разных вариантов. Там какие-то бомберы кожаные, ну, жилеты еще есть. Так, это такой бежево-пудровый, что ли. Достаточно плотный, и тут как будто бы, да, это кожа сверху. Так, сейчас вот так вот его покажу. И цена, такой цвет интересный. 1800 гривен, такой пудровая, мока или пудра, вот не пойму. Как-то вроде бы кажется, что более коричневый, типа мока, а вроде бы и с пудровым отдает. Наверное, больше пудровый. Интересные джинсы, точнее, не интересные, а интересного цвета. Они тоже типа какой-то тауповый цвет, что-то в таком духе, 1000 гривен. Я таких, кстати, еще не видела, ну, в таком цвете имеется в виду. Ну и вот эти жилеты. Все, показываю жилеты и идем в примерочную. Они, кстати, да, они такие плотненькие, утепленные, но не супер утепленные. Вот они как раз на весну. Так, секундочка. 1200 гривен и красивый молочный цвет. Все, идем в примерочную. Начала я бодро, но как только пришло время выбирать модели для примерки, как-то не сильно много мне попалось на глаза интересного. Есть вот такая вот вельветовая оверсайз рубашка. Она утепленная, кстати, вот на первое потепление, можно так сказать, на весну, как раз самое оно. Но на мне размер L, она прям огромная, посмотрите, и удлиненная. Брюки со стрелками. Вот брюки, по-моему, из новой коллекции. Они неплохие, они достаточно длинные. Посмотрите, как на ботинках. Даже мне, наверное, придется их укорачивать. Высокая посадка, кармашки. И вот такой вот свитер регланом, достаточно укороченный. Молочного красивого оттенка. И он такой плотненький. Ботинки. Тут какие-то вообще проблемы с обувью. Буквально две модели ботинок. Вот одни такие. Я их когда-то в каком-то блоге уже показывала. Они не супер сюда подходят. Но других просто нет. Или нет размеров, или нет особо выбора моделей. Как-то я, наверное, погорячилась, сказав, что здесь много всего. Здесь много всего, но какого-то такого не совсем подходящего. Все-таки в SkyMall получше. Именно в плане массибельности, вот того, чего можно показать. Вот так вот. Вот если без ног смотреть, в принципе, еще нормально, красиво. Переходим к ногам. Здесь они сильно какие-то маленькие, что ли. Вот надо более крупные какие-то, как-то так, другие. Короче, другие. Но так, рубашка мне нравится, свитер мне нравится, брюки прикольные. Свитер 1000 гривен. И состав у него 58 акрил, 25 полиамид и 17 полиэстер. Ткань вблизи. И эта рубашка 500 гривен. Была 1400. Элька размер был на мне, но я бы все-таки М-ку взяла. А здесь М-ка, в принципе, села неплохо. Я оставила эти брюки, добавила футболку такого графитового оттенка. Она в жизни темнее. Она как на камере серая получается, в жизни она темнее. Здесь такая желтая надпись. Это просто футболка, укороченный рукав. И куртка из эко-кожи. Ну, как-то она странно смотрится, что это. Как-то оно торчит. Мне из-за какой-то не совсем нравятся, они трескаются, они не сильно долго носятся, но чисто вот, не знаю, если брать на один сезон, на два сезона, то, думаю, нормально. Но вот с этим как-то надо что-то делать. Оно же, по идее, должно быть загнуто. Не знаю, но отпарить получается. Но мне нравится соединение брюк,
классического кроя, вот они тут со стрелочками, стрелочки порастрочены, какой-то вот такой футболки и косухи. Только единственный момент, косуха должна быть более какая-то явная косуха, можно так сказать. Это немножко типа имитация получается. А футболку можно наоборот еще более какую-то нестандартную, типа там с принтами, больше в рок, рок-н-ролл, вот куда-то туда. И вот эти ботинки. Но ботинки тоже сюда не подходят. Ну, как-то так. Брюки в размере М, 1000 гривен. В М-ке сели неплохо. Показываю, как сделаны. Костюмная ткань неплохая, не спадающая, средняя плотность и мягкая. И это 100% полиэстер. И футболка у нас 259 гривен. У меня Элька была, кстати. И посмотрите, это не принт, а это пуговки. Видно, нет, такие очень сильно выступающие. Интересный эффект. Они как будто бы вот прорезиненные. Прикольно. 100% хлопок. Я оставила эту куртку и надела платье. Платье такое легкое. Здесь уже ботинки более-менее подходят, но я бы все-таки взяла другие. Резиночка в талии, оно такое легкое. Сверху шифон, внизу подкладка. Здесь пуговки, причем пуговки функциональные. Рукав идет полностью шифоновый, и он уже такой полупрозрачный. Очень мягкая сетка, гладенькая, приятная к телу. Длина миди. Все как надо. Единственный момент, талия у меня завышенная. Вот она здесь идет под, на ребрах. А надо, чтобы шла вот здесь. Вот сколько это? Сантиметра 3, наверное. Мне бы добавить. Это М-ка на мне размер. Ну и так неплохо. Как вам? Куртка 1200 гривен. Кстати, был 38 размер. В принципе, сел неплохо. Нет, мой 36. И платье 1200 гривен. Написано сукня жіноча S, а здесь M, и на бирке M, но это M-ка была на мне. Подошло хорошо, по обхватам хорошо, но завышенная талия получилась. Вот рукав, кстати, показываю. Здесь на пуговке, вот такой полупрозрачный. Платье само неплохое. Кто любит такую расцветку, то обращайте внимание. Ботинки, вот так вот они сделаны, такая интересная шнуровка, тракторная подошва, а здесь они очень мягкие, кстати, вот эта часть очень такая пластичная, мягкая, как будто бы действительно кожаная, но они, по-моему, не из кожи, да, 600 гривен сейчас по скидке, 39 размер, в принципе, подошел хорошо, надо просто хорошо зашнуроваться, вот так вот, такая модель. Ну, вы видите, не под все подходят такие ботинки. Если какие-то обычные Челси на высокой платформе с узким голенищем, вот они бы под все подошли, то эти уже не под все. Идем теперь в манго. Я надеюсь, в манго будет улов получше, потому что в резерв-то этом как-то мне самой не совсем понравилось. Мало получилось подобрать каких-то интересных образов. Так что надежда на манго. Теперь мне нужно будет найти манго. У меня это не всегда получается с первого раза, потому что резерв находится вообще в одной стране, блокбастер мола, забыла, где я нахожусь, а манго вообще совершенно в другой. Меня спрашивали в Инстаграм, сняла ли я свои брекеты. Я брекеты сняла, наконец-то. Но из-за длительного ношения брекетов, носила я их 5,5 лет, у меня теперь опустились десна. Причем опустились так, что их нужно было делать пластику десны. Я сделала ее на одной стороне, потом нужно будет сделать на второй стороне. Короче, делала частями. Отсюда вывод. Если у вас есть возможность поставить брекеты как можно раньше, ставьте их раньше. Или плюс, если у вашего ребенка стоит вопрос, ставить или не ставить брекеты, то ставьте однозначно, чтобы не было потом таких проблем. И плюс контролируйте клинику, потому что 5,5 лет или больше 2 лет – это уже, как сказать, травма для зубов, травма для организма, для костной ткани. И нужно контролировать врача, ортодонта, нужно контролировать клинику, а не просто верить им слепо, как делала я. Причем клиника у меня была хорошая, типа Lumidens, одна из самых дорогих. Вот, так что я их уже бросила и пошла снимать в Астродент, и там мне уже исправляют мою ситуацию. У меня теперь получилась ситуация, когда одно лечим, другое калечим. Зубы вроде бы выровнялись. У меня была ситуация такая, что мне исправляли прикус, плюс делали центр зубов, мне все
зубы, грубо говоря, перетаскивали по кости один за другим, чтобы отцентровать их. И сейчас они у меня ровные, но вот проблема с деснами, как я уже сказала. И плюс, из-за того, что природа изначально у меня была задумана как бы асимметрия, получается, то у меня теперь идет асимметрия губ, из-за того, что зубы мне выровняли. Так что как только я закончу с деснами, точнее не как только, когда мне снимут швы с этой стороны, это будет где-то начало февраля, то я займусь губами. Вы меня увидите снова обновленной. Ну, как бы, что делать? Я не хочу оставлять это так, как есть, потому что я эту асимметрию вижу, и она меня бесит. Наверное, кто-то из вас тоже ее видит. Не знаю, бесит ли она вас, но меня так точно. Поэтому будем исправлять. Я нашла манго. Слушайте, этот бант... Это что, это типа тренд начинается такой. Был уже тренд на такой дизайн. И сейчас я снова вот у Reserved, и сейчас у Манго появились. Платье 2000 гривен. Яркие рубашки, салатовый оттенок, цвет травы и такой оранжевый, и белый. Кстати, тоже салатовый и оранжевый были в Заре в той ткани вискозе. И здесь, ну, здесь они в хлопке. 1200. Куртки такие очень шершавые, они, по-моему, из переработанного материала, такая молочная и такая пудровая, пудрово-бежевый оттенок, 1400 со скидкой. Свитера по 800 гривен. А ну-ка, вот этот плотненький такой, не, о, кто хотел сказать неплохой, к чему эти бусинки, не люблю бусинки. Ну а вот этот глянем, крупный, и тут розочки. Проверяем. Он 900. Он такой красивый и очень мягкий. Видите, он как-то даже переливается. 900 гривен. Есть такой же вот в бежевом. Мне понравился еще вот такой в ромбик. Он удлиненный, прям очень мягенький. 1200. Возможно, возьму примерить, если ничего другого не найду такого, ну прям плотненький, хороший. И вот такая вот сирень. Ну тут все у них по скидке, 1000 гривен. Дубленка в таком сером цвете, есть еще в рыжем, и она была 3,5 по скидке, а сейчас она 2 по скидке, 3 по скидке, просто 2, 3000. Еще дешевле стало. Красивый розовый пиджак, двубортный, хорошая костюмка, мне нравится. 800 гривен, кстати, он. Ну, тут распродажа платьев, 800 гривен, там у нас что, 600 гривен летняя. Ну, тут надо рыться, тут последние размеры, наверное, пооставались. Вот такое платье, 1200 гривен, вот оно в пол, ну, хорошо сделано, мне нравится, желтенькое. Я уже пойду в примерочную, наверное, и встретимся там. В Манго ситуация по моделям действительно лучше, причем намного. Набрала интересные позиции, буду сейчас все показывать. Платье гольф, рубчик, красивого бежевого цвета, красивое расположение рубчика. И вот такие вот молочные сапоги. Сапоги замшевые, по-моему, из натуральной замши, потом посмотрю состав. Такой вот контрастный каблук, причем довольно-таки высокий. Платье я бы померила, наверное, в размере L еще, потому что M-ка, в принципе, села, она облегает, но она как-то сильно облегает. Плюс этот разрез, вы видите, он прям натянулся. Не знаю, должно быть так или нет, потому что, в принципе, он, конечно, такой... как бы узенький, но я его померила, наверное, на размер больше. Хотя здесь, в принципе, ну, есть свободные ткани, даже не знаю. Ну, для сравнения надо бы померить. Есть еще в черном цвете. Ткань хорошая, высокое горлышко такое, крупный рубчик. Мне нравится. Длина миди хорошая, видите, мне колено, в принципе, прикрыло. Сапоги тоже красивого оттенка. Рассмотрите поближе. Платье 1400 гривен. М-ка, но я бы L-ку померила. Не вижу состав. QR-код. 50 вискоза, 28 полиэстер и 22 полиамид.
свитер из зала, который я грозилась померить, и вот он здесь. Шикарные брюки из новой коллекции и те же самые сапоги, но посмотрите, как они хорошо смотрятся под брюками широкими. И, кстати, они очень хорошо сочетаются, эти сапоги, с этим свитером. Этот ромбик просто чудесный, такой мягкий, приятный. Мне нравится вот эта горловинка. Я спереди немножко заправила в пояс. Сзади у меня свисает и брюки. Посадка обалденная. 36 размер, сел хорошо, под бедром сел, в поясе, в принципе, сел нормально. Не скажу, что как-то сильно отходит, нормально. Плюс, если поясок еще сюда, шикарно. Здесь такая прострочка, ткань плотная. Причем вот так хорошо плотная. Вот сейчас их даже можно носить на весну, когда потеплеет, может быть, даже жарко будет. Хорошая длина, прям отличная. И причем это я на каблуках. Я 172, плюс каблуки. И видите, разрезики по бокам. Круто. Брюки очень понравились. Кто искал хорошие, качественные, такие добротные брюки, вот обращайте внимание. Показываю его истинную длину. Можно, в принципе, даже и так, но тогда нет акцента на талии. Мне больше нравится, когда все-таки он есть. Какой он приятный. Очень. Брюки 1400 гривен, 36 размер был на мне, QR-код, но это 100% полиэстер, я уже посмотрела состав. Очень жаль, они прям такие плотные. Свитер ромбик 1200 гривен, М-ка. Сейчас состав глянем. 79 полиэстер, 14 акрил, 5 шерсть, 2 эластан. 5 шерсть есть. Сапоги показываю вблизи, очень красивый крой. Красивый каблук, но он прям высокий. Тут все мягенькое, приятное. Очень красивый цвет. 4000 гривен, 39 размер, подошел отлично. Так, а как я тут QR-код вам не покажу, он заклеен. Блин, зачем заклеивать? Ну, написано вроде кожа, в принципе, цена это подтверждает. 4000, ну, замш получается. Ну, по ощущениям, в принципе, да, очень похоже на то. Никаких молний, ничего, надеваются легко, снимаются легко. Сложно сочиненный образ, комфортный, в то же время стильный. Мне понравились эти ботинки, они прям такие массивные. Плюс, посмотрите на эту асимметрию, очень интересно сделано. Они высокие. Кстати, платформа, вы видите, какая, она уже идет не тракторная, а ровная, получается. Достаточно высокие, такой коричневый терракот. Плюс попыталась найти гольф почти в таком же оттенке, но он поярче. Но мне кажется, все равно они неплохо сочетаются между собой. Графитовые джинсы, это крой Mom Jeans. 36 размер, в принципе, сели неплохо, в бедрах облегают, в талии широко, как обычно. Но здесь какая-то не такая высокая посадка. Чуть-чуть, ну, как правило, чуть-чуть повыше они должны идти, но не знаю. У меня вот эта штанина подымается, потому что тут сзади на ботинках клипса. Вот, так что смотрите на эту штанину. В принципе, джинсы можно, видите, сверху на ботинке надеть. И сверху у меня накидка пальто. Тоже из новой коллекции. Здесь никаких застежек, ничего. Просто вот так вот она идет на запах и пояском. Я уже не стала завязывать. В принципе, я думаю, вам понятно, что и как. Я все-таки решила завязать. А то вдруг непонятно. Достаточно удлиненный рукав. Длина миди идет, видите, как просто халатом. Сзади разрезик. Здесь, в принципе, достаточно много собирается на талии. Кармашки. Мне больше нравится в расстегнутом, развязанном варианте такой. Более неформальный, интересный. Ткань приятная, мягкая, так засвечивает все. Кто-то липнет, но не скажу, что прям вот все. Тут просто, ну, изначально куча каких-то волосинок на нем, но если просто почистить, а потом уже ходить, я думаю, не прям много будет липнуть на него. Достаточно хорошая, но без подкладки, вы видите, это просто чисто вот как накидка, набросил и пошел. Сняла пальто, чтобы показать гольф, такая вот длина, потому что дизайн у него интересный. Здесь идет просто все гладенько, рукав идет рубчиком, причем он плотнее,
чем вот эта основная ткань. Здесь высокое горлышко, ну, можно подвернуть, можно вот так вот гармошкой. Мне нравится гармошкой. Так, что еще здесь? Вставки из рубчика. Спинка, как и перед. Кстати, джинсы сзади. Джинсы неплохие, мне очень нравится цвет, такой графитовый, серый. И, кстати, очень красиво сочетается. Пока вот этот образ мой фаворит. По яркости, по комфортности мне очень нравится. Хотя, если брать отдельные единицы, то мне понравился этот свитер больше всего. И мне понравились эти брюки больше всего. То есть даже не как между собой, а вот как отдельные единицы. Блин, если бы брюки хотя бы хоть... не знаю, хоть какая-то часть вискозы, какая-то часть хоть чего-то, хлопка, там, шерсти и так далее, вообще было бы отлично. Гольф 700 гривен, был изначально 1000, в М-ке, сел хорошо, показываю QR-код, и его состав, это 50 вискоза, 27 полиэстер, 23 полиамид. Джинсы из новой коллекции 1400, так, размер, ну размер 36 на мне был. Да, 36-й. Ну, сели неплохо, в принципе. Пальто 5000 гривен, М-ка. Ну, тоже, в принципе, села неплохо. Оно такое объемное, широкое. QR-код показываю. Так, и состав. 40 полиэстер, 30 переработанная шерсть, 22 просто шерсть, 4 полиамид, 2 акрил, 2 вискоза. Ну, тут пояс. В поясе, в принципе, то же самое. Ботинки показываю вблизи. Ну, кстати, вот здесь идет кожа, ну или эко-кожа, сейчас посмотрим. А вот здесь прослойка, она прорезиненная какая-то. Здесь вы видите прям ровная подошва, не тракторная. Хорошая плотная резиночка, как Челси они идут. Интересные. Мне понравились. Конечно, цвет такой, что нужно под него подбирать все-таки гардероб. 2300, скорее всего, не кожа. 39 размер, сел хорошо, но они такие широкие. Их под носок мне надо бы носить или померить размер 38, наверное. Так, но я не вижу тут составов или какой-то надписи, что это кожа. Не знаю, ну где. Непонятно. Но, скорее всего, не кожа за 2300. У манго, если кожа, то вот как раз типа 4000 ценник. Я уже закончила. Надеюсь, вам было интересно. В принципе, в манго было достаточно много стильных позиций. Следующий будет Massimo. Я так планирую, по крайней мере. Не знаю, может, жизнь внесет свои коррективы. Напишите, пожалуйста, какие позиции по Massimo вам актуальны в комментариях обязательно, чтобы я не смотрела на то, что вам не актуально, а шла целенаправленно. Плюс обязательно напишите, какой образ вам больше всего понравился из этого видео. Жду всех в Instagram. Обязательно подписывайтесь, будем общаться там, смотрите сторис, потому что там я показываю больше позиций, что-то из актуального, плюс устраиваем голосование. И там, кстати, можете тоже мне по поводу Massimo писать. Всем удачного шопинга, удачного дня и всем пока!